Доброе утро. Сегодня 3 июня 2018 года. Погода пасмурная. Сейчас даже прошел небольшой дождь. Но он такой мелочь совсем. Собираемся поехать куда-нибудь. Непонятно куда, но хотя бы сделать соточку. Ждем, товарищи. Я нахожусь по старой доброй традиции в самом лучшем магазине компьютерной техники города Сумгаита, Старком. Не знаю, когда Россия мне начнет платить за рекламу, без понятия. Он там, кстати, да, как он там переодевается. Мы эти эротические моменты, гомоэротические моменты опустим. Я не буду его пока. Мы должны быть толерантными ко всем. Понимаешь? Меня на работе за мой прикид, когда видят фотографию в этих обтягивающих штанах, плохо обо мне думают, учитывая нашу ментальность в нашей стране. Да. А девчонки ржут, говорят, что я похож на балерину. Да, с моим-то животом. Но ничего. Ждем Санька и Мурада. Мурада не будет? Чё так? Ждем только Саню. Он тоже приобрел новый велосипед. Как лук называется? Лук карбоновый. Судя по фотографиям, так посмотрел, очень классно смотрится. Ну, сейчас он сам подъедет, я его и сниму. Окей. Вот и подъехал Саня на своем новом бэушном, новом хорошем состоянии велосипеде. Лук карбон. Что у него за переключи, не пойму. Ультегра. Гуд. Вот и сам Саня. Вот совсем другое дело. А то, блин, в финках, блин. Собрался ехать на шоссе в финках. Это кощунство. Если бы ты знал, куда мы лезем, то вообще даже шорты спустили. Мы лезем куда там. Да. Доехали до аквапарка. Позвонил Мурат. Он, Саня там с ним разговаривает. Посмотрим, может и он подойдет. Дальше вместе поедем. Как дела, Расим? Отлично. Чуть капает иногда дождик. Ну да, видно вон. Ну ничего. Кстати, я боюсь, что он как-нибудь так закапает. Не-не-не, по погоде он должен так капать. Плюс ветра практически нет. Так что все хорошо. Через... По прогнозу мы должны туда ехать вот практически в стиле, а возвращаться. Это все нормально. Главное, чтобы не было дождя. Ну что, он объявился? Ага. Говорит, это Аркасис. Я говорю, ну его хватайте, да? Он выехал уже? Нет, он говорит, ты это. Я, говорит, выхожу уже за великом. Просто пока я, говорит, сюда доеду, вы уже право давать. Да, мы же не успеем же. Нет, подожди, да. Можно подождать. Где велик? Он далеко не поедет. Где он велосипед держит? А? Велик он где делает? Санька дома. Он в смысле велосипед в другом месте? Сам в другом, да? Ну он там рядом живет, с Саньком. Он живет типа возле школы, а мы можем подождать его не возле Браво. Пусть давай поедем сейчас очень тихо до Пиршагов, а он пусть шпарит здесь. Как вам? И встретимся в Пиршагах там на подъеме. Сам должен приехать. 7 километров, да? Ну так скажешь, давай. Мы тихо-тихо. Да. Скажешь, ты выезжай. Мы темп сбавляем, и но ты скажи, прибавь, доедь. Просто я все равно знаю, да, он максимум до Пиршагов и обратно. Поехали в этом Марине. А, да, скажи, мы в Марину заедем. Марина Бич, ты надо как-то там. Скажи, когда будешь около аквапарка, еще позвони. Алло. В общем, это, ты давай тогда подруливай, но темпы...
осторожнее. Здравствуйте, ребята, еще раз. Попали мы под дождик. Как дела, Александр? Кстати, кладбище. Да, кладбище. Ну, что поделать? Здесь вот хорошее дерево. Тут не капает. Там все мокро. В принципе, дождь-то такой летний. Ради бога, просто скользко. Едем. Пока не знаем куда, но по направлению к Браво. Маркет. Кстати, уже он, наверное, открылся. Там до какого числа было закрыто, не помнишь? Да, наверное, уже открылся. Тоже прикольная тема. Да. Наконец-то Саня в шортах. Саня в шортах. Да. О, какой вид. Расим, ты главное не разгибай. Нет, ну так хорошо было. Вот. Да. По-моему, прошел. Телевидение пробудило в нас то, что спало долгие 70 лет. Там небо очищается. О, звуки страшные. Это хорошо в деревне летом. Пристает кое-что к штиблетам. Запах Шанель номер 5. Классно, тихо. Мне нравится утром ездить, когда совсем тихо. Ну, да. Кто у нас специалист в деревне? Кстати, я везде заметил, по всему вот, городу. Видишь, съедают эти твари. Ну, это листья. Нормально. Природа. Что это за дерево, кстати? Самое распространенное, кстати, у нас. Тут? Нет, это не тут, ты чё? Это самое распространенное дерево у нас на Абшероне, вот это. Именно в Сумгаите. И вот этой части. Да. Наверное, ясень. Ясень. Да. Thank you.
не тормозит, я без тормозов. Точнее, рука на телефоне. Смотри, мороз стоит. 5 метров нет. Да, сейчас 2-3 метра стоит. Но сейчас, сейчас должен штиль. Посмотрим. В принципе, уже штиль. Уже нормально. Ветра нет. Ай, Кардашла. Интересно, именно вот там поехали? Погода хорошая, наверное, поехали. Да, ну дождик был. Давай. Вот он. Джанаварский. Да все фоном. Как только я сразу снял его волка, Саша сразу улыбал. Телевизор пробудил вас то, что нас упал. А вот и я сам. Так, ау. Я вот не знаю, я так как я сам оператор, режиссер и в смысле. Смотри осторожней, потом тебя как этого Вайнштейна обвинят. Да. Я домогался Александра, да? Да, да, да. Саня, хочешь вторую тему? Поверь. Где вы там? Здравствуйте, они везде хорошо работают. Выключаю камеру носом. Подъехали мы к Браво Маркету. Вон они едут. Еще раз всем привет. Наш, как это, стандартный чекпоинт. Супермаркет Браво. Он наконец открылся. Да. Как самочувствие, Расимыч? Хорошо. Александр. Молодец. Так. Остановились позвонить Мурику, он так и не вышел. Зато нам позвонил Юсиф. Слушай, возможно... они, наверное, уже не будут, да, останавливаться? Не-не, сразу едем. Сразу едем к аквапарку. Да. Сейчас с Мурадом договоримся. Я на рыбалку, да, сам. Ну, в общем, это, ты давай собирайся, едь в сторону аквапарка. Мы 20 минут мы там. Мы поедем в Насосную. Мы где-то через минут, через 20-30 там. 30 нет, 20 минут мы там. Какой 30? Я не сам или... Смотри. Ну хорошо, ладно. Человек, который... Мурат, знаешь, да, как я называю? Человек, который не мог сказать нет. Вся его жизнь вот так, он не может сказать нет. Ты хочешь сказать, что его женили так? Нет, я женил сам по любви. Самое главное. Хотя, я не знаю, может быть, там тоже он не смог сказать нет. Мурат, ты женишься на мне? Я же хотел, чтобы мы так остались друзьями. Не надо. Поехали к аквапарку. Саня у нас сегодня бодрячком. У тебя еще такого не, такой не было, да, поездки? Что вот до суд так комфортно доехал? Не, куда он вообще? Больше на карту. Сейчас. А ветер, да, чуть-чуть был попутный, а сейчас встречный. В общем, едем в аквапарк. Ну, сейчас я это... уже этот, физически истощаюсь. Это сейчас, сейчас. Вы эти хорошие, Манкас. Ребятушки. Да. Проехали да. мы. Как ты сказал? Ну, да? Там останавливались. Мы же остановились потом. 67 километров проехали. Не поехали мы совсем далеко. Соточка, я думаю, будет, но... Вряд ли. Почему? В Насосную, обратно. 80-90 где-то. Почему? Смотри, нам 7 километров осталось до Сумгаита. Это сколько да. будет? Это будет 74. И 20. 90, ну сотка, да.
сотку сделаем в пределах города. Сколько? 67? Да. У меня 64. Даже если не будет сотки, окей, пусть будет 99. Кстати, предлагаю в наш остров, когда доедем, да мы по морю же поедем, правильно? Возьмем, Саня, сможете с нас? Да, мы тихо-тихо поедем, чай попьем там. Да. Нам надо, кстати, уже сделать обед где-то. Завтра. Завтра. Знаешь где? Олег, пойду в парке сделаем, где мы. Ящики. Да, можно. Где? Там, в парке можно сделать завтра. А потом поехать на сосну обратно. Да-да-да, они работают. Кто это? Какой? Ты знаешь где? Как спускаешься с Перлячанов? С лестницы на Сосну. Да, да, направо. Не сразу, а второй. Я понял, да? Мы у дядьки там вечно пиво пили. Не, это... не, до него. До него даже? Да, там есть семейный. Когда куда мы ходили? Ну, я про это место и говорю. Леся, звоните Мураду. Ага. Теперь у нас по расписанию поздний завтрак. Я прав? Козий? Поздний. Поздний. Может, козу? Я не успел Юсифов это... чиркнуться с Юсифом. Да. Я не против. А стой, мы же не кушаем, зачем мы 4 порции стали? Ну мы 4 на троих сидим. Ты реально уруч? Аллах гам. Ну хардалам пьешь, да? Ну это же можно. Не, это ходи, да, только. Вам 50 раз звонили. Так, завтракаем. Саша, ты можешь уезжать. Яйца. Я сразу говорю, я знаю, сколько. Саша. Яйца с сосисками. Едем в поселок Зиналабдин. Зиналабдин Тагиева. Как раз 76 у нас уже накрутка. Будет стольник. Это было там... Я сейчас спринт вордан, а? Ага. Наше велопутешествие такое маленькое продолжается. Мы подкрепились. В гостях у сказки. Да. Поели там сказки. Яички с сосисками, да. Едем в поселок Зиналабдин Тагиева. 10 км туда, 10 обратно. И получится стольник. Имя нашего итальянского друга. Джузеппе, Джузеппе! Так, осторожно. Не подрезайте меня. Замечательная погода. Бонжорно! Бонжорно, бамбини. Да. Несмотря на то, что он пшек, но он говорит по-итальянски. Да. Это всего лишь... Да. Да, более знакомый отрезок. Да, да, да. Если все будет хорошо, через час-полтора минут. Через 4. Да. Но мы поели, так что все нормально. Едем, как я уже и говорил, в поселок Зиналабдин Тагиева. Еще раз привет. Нас пригласили на чай. Мы заехали к людям в гости. Какой тут прикольный пес. Хороший. Как тебя, Шарик зовут? Нас напоили чаем с лимоном, с конфетами. Теперь я наблюдаю за псиной. Порой эти собаки такие милые существа. Ну, знай эту морду, ну, знай, какая она классная. Но когда едешь на велосипеде, бывает, что они прям бегут. И рожа. Шарик. Тебя Шарик, оказывается, звать. Ай, ты сладкий.
Хороший пес, хороший, хороший. Теперь нам километров 15 ехать обратно домой. И все. Хороший пес. А у нас, думаю, кошка пыша твоего размера. Шарик. Какой же ты хороший, если бы все собаки такие были. Наша поездка продолжается. Да. Мы находимся. Это парк, да? Да, это парк. Вы главное резко не тормозите, потому что я еду. Хорошо поели. Выпили самовар чай. С хорошим настроением. В прекрасном парке. Едем домой. В принципе, будем знать эту дорогу. Да, отличная дорога. А то мы все время по плакам какие-то ехали. Хотя она коротенькая. Домой. Бедный Мурат. Оказывается, он держит пост, уруч. А мы как изверги вытащили его на прогулку. Но молодец. Еще чуть-чуть. Дома. Поднялся ветер. Расим рванул вперед, ну как рванул, поехал быстрее нас. Мы как колонна сопровождения едем, доезжаем до теплоэлектроцентрали, а это значит, что мы практически дома, там совсем чуть-чуть, километра 2-3. Я так думаю, ну да. Это около 3 километров, и мы дома. Еще чуть-чуть, Мурик. Совсем малость осталась. Давай. Ну что же, ребятушки. Покатушка завершена. Мы проехали 108 км. Ну, вот, ну кто-то 108, кто-то... Ну, Мурика 106. Да. Человек оруч держит, Аллах гай был алясин, как говорится. Молодец, молодец. Место в раю у него в первом ряду. В принципе, было неправильно его тащить вообще. Ты знал, что он оруч держит? Я нет. Я тоже не знал. А ты знал? Нет. А как ты знал? Нет. Тебе горец в аду. Потому что это неправильно, я считаю. Ну, организм, я не знал. Организм истощается. Я не... Тем не я менее, был, он я проехал. Я считал его более умным человеком. Меня там по воскресеньям оруч не держит. Он проехал свои чистые 40 километров. Замечательно. Расим, спасибо за компанию. И ты тоже. Это видео ты тоже. Я не публикую, а там мы про урус говорим. Потом религиозные фанатики нас убьют. Почему? Мы что-то плохое сказали? Нам надо урус публиковать. Ничего подобного. Стыдно вам. Мой друг из-за меня из-за себя держит. Скажи. Хорошо. Как? На велосипеде Джорджо Армани. Ну все, давайте, удачи. Давайте, всем до пока. До новых покатушек. Пока. А мы с Мурадом поедем еще 100 килограмм. 100 килограмм. Thank you.